Всем привет! Спасибо вам огромное, что вы меня поддерживаете, комментируете. Мне очень приятно. У нас сегодня прекрасно. За окном плюс 12. Погода шикарная. Утром погуляли во дворе. Сейчас мой маленький поспит, дневной у него сон. И поедем в парк. В парке красота. Возьмем с собой самокат, возьмем также на прокат электро. Все, красота. На качельках. В парке у нас классно. Белочки прыгают. Природа, сосна. Прям шикарно. Вот я люблю природу, прям свежий воздух. Уже зима надоела, весна тоже, сами понимаете, то снег, то холод, то не поймешь чего. Уже прям хочется прям шашлычка, но я думаю, скоро и шашлычка замутим. Также я сегодня хочу передать огромный-огромный привет Никите Артаунову. Никита, от меня лично тебе огромный-огромный привет. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Берем чай, кофе, лимонад и поехали. Муж с женой лежат в постели бальзаковского возраста. Мужу это все надоело. Отвернулся в сторону. Жена так возмущается и говорит: «Ой, Петька, бревно ты стал, я смотрю». Он: «Галя, а ты по телевизору гимнастику-то смотрела?» Она: «Нет». «А что там? Что?» Он: «А ты посмотри, какие там трюки, детки, с бревном вытворяют!»